И к другим темам. Подготовка к новому учебному году идет полным ходом. Для встречи учеников школы нашего города создают все необходимые условия. Помимо обеспечения соблюдения гигиенических норм, родителей познакомили с учебной программой. Что ожидает учеников в этом году, расскажет Тамерлан Тлеубаев. Сегодня в средней школе номер 2 особенный день – родительское собрание. Цель данного мероприятия – ознакомление родителей и детей с форматом будущей учебной четверти. Они получили информацию об учебном процессе, графиках и рекомендациях по учебному плану. Стоит отметить, что родительские собрания проходят по всей республике. Родительское собрание посвящено организации учебного процесса в 2020-2021 году. Значит, предшкольный класс и 1-11 классы будут обучаться дистанционно. С 1 по 4 класс, согласно заявлению родителей и законного представительства, организовываются дежурные классы. Согласно постановлению министерства, учащиеся предшкольного, среднего и старшего звена будут обучаться через платформы Zoom, Bloomland и Classroom. Прием электронных заявлений для учеников начального звена проходит с 14 по 25 августа. С главного входа будут заходить первые и вторые классы. Со второго входа будут заходить третий и четвертый классы. Две смены. Также соблюдение всех санитарных норм. Для этого, значит, школой приобретено санитайзеры, тепловизоры, коврики. С 1 по 4 класс на сегодняшний день, пока у нас по заявлению, будут организованы 18 дежурных классов по две смены. В этом году меняется не только формат уроков, но и оценка знаний. С новой учебной четверти преподаватели будут использовать 10-бальную систему, которая фиксируется на платформе Kundelik. Теперь оценка происходит по системе от 1 до 10 баллов. В нем будет нижний, средний и высокий балл. Домашнюю работу ребенок сдает ежедневно. Мы ее проверяем, показываем, где ошибка, с помощью платформы Zoom или WhatsApp. Также школа организует помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей. Руководство понимает, что для посещения онлайн уроков нужна техника, которая может быть не у всех. Для решения этой задачи школа закупит компьютеры и выдаст их в использование 17 ученикам. В том числе планируется покупка роутеров и модемов. Тамерлан Тлеубаев, Самат Исенгалиев, служба новостей.